вчерашней игре, конечно, мы сделали анализ, все разобрали, разобрали ошибки, но самое главное на сегодняшнюю игру было задание, что надо дотерпеть. Терпеть в моментах, в прессинге терпеть, не давать классной команде шанс воспользоваться своим техническим мастерством. То есть нужно было их измотать физически. Где-то у нас получалось это, но и первый тайм, я думаю, что мы достойно смотрелись на вот эти вот там 2-3 момента и практически 100% реализация этих моментов, пенальти, да, это те ситуации, которые, ну, когда у тебя нету достаточно мастерства, тяжело, то есть попытались применить пятого игрока в конце первого. Два момента там, ну, я не знаю, ну, блин, ну, тяжелее не забить было, чем забить. Но мы не забили. Поэтому вот это все, оно как бы давит, оно все это психологически. То есть второй тайм вышли, и ребята, желание огромное было. Но опять же, я еще раз говорю, что нужно было терпеть, еще раз говорю, что нельзя это делать. Но вот эти все моменты, да, они нас сегодня... немножко злую шутку с нами сыграли, поэтому так получилось. Ну, будем работать, у нас много есть над чем работать. Самое главное, я говорю, что это уже, не знаю, крик души или что, я уже молчать об этом смысла нету. То есть то, в том состоянии, в котором мы находимся, то есть, ну, это уже, ну, ниже уже некуда. Уже дальше уже у нас людей из квартиры выселяют, зарплату 2,5 месяца не платят. Мы тренировочный процесс не можем построить целенаправленно, потому что нас не пускают в половину залов, где мы деньги должны. Мы вынуждены тренироваться в одноразовом режиме. То есть, ой, ну, как мы живем, как мы ездим, это все, это накладывает свой отпечаток, понимаете. И это очень тяжело. Тяжело прежде всего морально, эмоционально. Ребята... Ну, у каждого есть семьи, у каждого есть там ипотеки, кредиты, да, и мы уже в такой ситуации, что мы уже загнаны в угол, уже дальше уже, ну, я не знаю, дальше, сейчас в Новосибирск ехать, и денег нету ехать, поедем мы в Новосибирск, не поедем, может, снимемся еще. Поэтому, ну, обращаюсь, наверное, ну, ко всем, кто может принять какое-то действие, какие-то действия, чтобы они были не обещания, а действия, то есть, потому что обещать нам обещают, но дальше обещаний не идет. Но в каждом негативе нужно найти позитив. Позитив, он есть, он очень большой, и это нас всех вдохновляет. Это то, что ребята, как они работают, как они отдаются на площадке, как они работают на тренировках, как они отдаются всему полностью, не жалея себя. И пусть это где-то не приносит нам пока тех результатов, которые мы хотели, но это, понимаете, это то, что нас сейчас объединяет, нас это не рушит, а наоборот, мы становимся сильнее, мы становимся крепче, мы становимся как бы сталь. И эта ситуация нас, наоборот, закаляет, понимаете. Поэтому я благодарен всей команде, то есть то, что они... Именно у них есть характер, есть профессионализм. Профессионализм не в том смысле, что вот нам не платят, мы играть не будем. Да, они играют, они стремятся себя совершенствовать во всех направлениях. И мы во всех направлениях работаем, как, что нам позволяет сделать данная ситуация. Поэтому, блин, ну вот так вот все пока. Все, я сказал. Есть вопрос? Да, есть, конечно. Я думаю, работают на свою репутацию, на свое доброе имя. Потому что, я думаю, у многих есть предложение уже.